Представители знака зодиака Рыбы. Рыбы и рыбки мои дорогие, здравствуйте. Таро-прогноз, гороскоп, события на пороге января. Три главных события первых двух недель месяца. Давайте узнаем, как начнется месяц и каковы подсказки карт. Конечно, будем реалистами, любой прогноз не расскажет о личной истории каждого из нас. Но я так надеюсь, что мы проведем с вами приятное время, и вы для себя какую-то подсказку все равно получите. Если мы говорим планетарно, то это тот период, когда скучать нам будет некогда. И когда раскачиваться долго или собираться, подготавливаться к чему-то, мы тоже не сможем, как будто времени не будет. Почему? 2 января Меркурий переходит из ретро-движения в прямое директное, и те вопросы, которые у нас, может быть, притормозились, со второй половины декабря 2023 года здесь могут получить ускорение. Какая-то ситуация может начать развиваться, если прежде стояла на паузе. Ну, давайте мы с вами узнаем. Не всегда планетарно совпадает с Таро прогнозами, и поэтому первая карта – что придет? И, соответственно, что уйдет? Три главных события, три карты. Первое событие. На пороге января. Второе событие. В первые две недели месяца. И третье событие. В начале года. Итак, что же приходит? Рыцарь Пентакли. Прекрасная карта. Кстати, когда все под контролем. Когда вы будете внимательны к деталям. Вам как будто так захочется. Это ваше направление. Как будто вы с чем-то определитесь, понимаете, когда выпадает рыцарь Пентакли, это наше начинание, или пусть это не совсем начинание, вы что-то продолжаете, но значит пришли какие-то перемены все равно извне, или есть какой-то нюанс, который вам нужно изменить, предположим, даже на той работе вы уже эксперт в каком-то вопросе или профессионал, но значит либо графики меняются, руководители меняются, положения, какие-то приказы, законы, ну есть какая-то коррекция, и вы точно знаете, что да, я этим буду заниматься. Потому что для меня это перспективно. И это перспектива марафонского забега лет на 10-20. У вас здесь что-то в январе может не просто начаться что-то, может быть, это и продолжается, но с каким-то новым переосмыслением. И по этой карте, кстати, хорошие заработки. По этой карте возможность, по крайней мере, решить какую-то даже свою сложную ситуацию, мои дорогие рыбы и рыбки. Потому что вам, к примеру, может какой-то человек оказать существенную помощь, поддержку. Если вы ожидали деньги, деньги приходят. Даже те, которые задерживались, вот, кстати, по Меркурию. Ретро-движение Меркурия часто сопровождается с задержкой денег, выплат каких-то. И поэтому тут как и могут выручить деньгами, так и сами деньги как будто тоже придут в течение двух недель. Или вы будете продумывать свою стратегию и тактику с учетом того, чтобы моя ситуация финансовая пошла как-то тоже в рост. Что уйдет? Какой-то итог вы подведете. Старший аркан мир – это последний аркан, 21-й. И это, знаете, как вершина того, что мы уже проделали за предыдущий период и какие результаты мы получили. Вы будете подводить итоги. Видимо, оглядываясь назад, исходя из того, что вы изучали, чем вы занимались, как ваша личная жизнь, может быть, строилась – вполне вероятно, это у вас проиграется как переосмысление какого-то своего жизненного пути. Что уйдет? Может быть, были прежние какие-то, ну, планы на переезд, а здесь вы поменяете их или передумаете куда-то переезжать, правда? Отъезд, может быть, планировался за предыдущий период, и вы еще сомневались, нужно или нет. От чего-то вы можете отказаться, но, повторюсь, итоги подводите сами по себе, потому что это вершина. И знаете, ведь это нет ничего невозможного. Это завершение и начало чего-то нового. И, кстати, у вас по этим картам как раз это и получается. Первое главное событие, мои дорогие, ух ты, приходит какое-то известие на ваш порог, то, с чем вы должны провзаимодействовать. По этой карте идут несколько позиций.
Первое. Либо уход человека, либо приезд человека, передвижение. Или ваша куда-то поездка, которую вы не сможете отменить, как будто нужно откликнуться. С другой стороны, или второй момент, это быстрота. Может прийти как какая-то информация. И тоже ваш отклик, который не с позиции «я еще подумаю», а когда быстро придется принимать решение. И третий момент – это ваше еще, может быть, решение, как через инсайт, заниматься, опять же, каким-то делом. И по рыцарю жезлов мы всегда готовы к неожиданностям. Ну, определенный драйв у вас точно будет, мои дорогие. Давайте мы немножко поясним, откроем эту карту, зададим еще дополнительные вопросы. И первый у нас будет звучать так. Чем дело кончится? Хотя не кончится, только начинается два рыцаря. Я бы сказала, скучать, правда, вам будет некогда. Что-то меняется в вашей жизни, какие-то новые возможности появляются. А может быть, самих по себе путешествий, переездов, поездок будет достаточно много. Итак, чем дело кончится? Должно быть все по закону. У кого-то из вас вопросы связаны, может быть, с конкретным человеком, который рожден под знаком зодиака, близнецы, весы, водолей, или имеет там асцендент. По королю мечей часто проходят люди как раз под этими знаками. Помимо всего прочего, это часто представители власти проходят, или служители закона, те, которые соблюдают закон, те, которые его охраняют. Узкие специалисты проходят и врачи. И чем дело кончится? Кто-то из вас... Ну, может быть, вынужден будет уделять внимание своему самочувствию. Нам не говорят о болезни, нет. Здесь вы можете решить проходить обследование. Или, к примеру, стоматолог может проиграться конкретно. Или еще какой-либо вопрос, который будет касаться, когда необходимо прибегнуть к помощи узкого специалиста. Это кто у нас? Это у нас могут быть юристы, адвокаты. Или какие-то вопросы, вот вам нужно наверняка как будто знать, как в вашем отношении или в вашем случае в каком-то конкретном работает закон, какие ваши перспективы. И вы можете тоже искать эту информацию. И тогда вообще нам говорят по этой карте, ты лучше к специалисту обратись, если ты сам в этой области не профессионал. Чем дело закончится, вы будете именно взаимодействовать с разного рода людьми, по той или иной проблеме, вопросу, либо для себя что-то решать, как вот мы говорим, например, врачи, либо что-то согласовывать, подписывать какие-то документы, оформлять. Иногда проходят люди, работающие с металлом, или буквально специалисты вот узкой какой-то направленности. Давайте мы, чем сердце успокоится. Как бы разное направление, разная энергетика, чем сердце успокоится. Королева Пентаклей, может быть, конкретно есть человек, который вам будет помогать, направлять, наставлять, или помогать материально, или как-то поддерживать в ваших начинаниях. Это те люди, которые, с одной стороны, они из хаоса умеют создать порядок, с другой стороны, если планетарно, стихия Земли, Телец, Дева, Козерог, или люди, которые имеют асцендент в этом знаке. Королева Пентаклей – это неважно, мужчина это будет или женщина, точно так же, как и король мечей. Мы к полу карты не привязываемся, мы смотрим энергетику. Поэтому по королеве Пентаклей – это те люди, которые создали себя сами, которые, их вообще очень сложно выбить из колеи, потому что они всегда готовы к любым неожиданностям. Они свою сказку какую-то, мечту научились делать былью, понимаете? И, может быть, это будет достаточно увесистая, сильная поддержка для вас, чем сердце успокаивается. Когда вас человек будет успокаивать или как-то помогать вам в чем-то. Вообще, это карта уверенности, карта где-то как и финансового благополучия, так и... Как и с другой стороны, вы занимаетесь своим делом, да, у нас рыцарь Пентаклей выпал. И мы говорим, вы будете знать наверняка, зачем вы что-то либо изучаете, или каковы ваши перспективы по работе. И здесь дважды будет в чем-то уверенность, как и в теперешнем времени, так и
Ну, наверное, с большим оптимизмом вы будете смотреть в будущее. Но и опять же, карта реальности. Ну, как будто без розовых очков и без какой-то ненужной философии. Рационализм и практика. Чем дело кончится, чем сердце успокоится. Хорошо, давайте карту совет. Интересно. Хотя, вообще-то огненная энергия. Видимо, какое-то сообщение или информация. Но поначалу может так немножко шокировать вас. Вот такое для кого-то из вас может проиграться. Совет. А вот это ваша уже личная карта. Много людей будет у вас в вашей жизни, мои дорогие. Именно, посмотрите, все персональные карты идут. И вы будете именно заниматься самим собой. Или то, что для вас будет наиболее актуально. У кого-то дантист, а у кого-то новое направление в учебе, а у кого-то новое направление в работе или новый вид деятельности. И это все то, что вы хотите осуществить. Второе главное событие – праздник. Шикарно. Какие-то добрые новости, что-то получается. С большим оптимизмом мы смотрим вперед. И сам по себе, как и праздник, так и подарки, и правда, период такой. Значит, что-то вас будет радовать, вдохновлять. И хорошее настроение, мои дорогие, в целом. Давайте раскроем эту карту, чего это касается. Интересно, чем дело кончится. Ну, понятно, все праздники когда-то рано или поздно заканчиваются. И все же, чем дело кончится, чего это касается, может быть. Еще одна карта, Королева мечей. Много людей. Знаете, не нарушайте в целом закон, не делайте ничего такого, чтобы в последующем вы оказались, например, один на один перед лицом какой-то конкретной ситуации. И когда закон не будет работать в отношении вас со знаком плюс, будет очень важно не оступиться. С другой стороны, по Королеве мечей, где-то это прообраз Юдифии, вы, скорее всего, от чего-то будете отказываться. Может быть, как раз отказ от какого-то балласта в вашу жизнь и подарит этот праздник, внесет как будто больше вдохновения. Больше, знаете, вы становитесь словно реалистом. И это вам дает сильную позицию, меньше сомнений, больше радости, больше уверенности, наверное. Вот дважды это самая уверенность. Или вы будете избавляться от наносного, чего-то ненужного, неважного. Тут переосмысление какое-то может у вас произойти, потому что в вашей жизни какое-то событие будет, которое поначалу, ну, где-то неожиданно совершенно, или, как я сказала, где-то даже шокирует немножко. Это какая-то внезапность, которая вас заставляет увидеть жизнь в другом ракурсе. И себя в этом, как или и в игре по новым правилам, или в каких-то возможностях новых свое качество жизни, как будто и отстроить, и в итоге-то все равно, чтобы прийти к радости, к счастью, чтобы не было зря потраченных усилий, может быть, и так. А еще по Королеве мечей, что нам будет, если мы говорим, помогать, где-то молчание, умение свои планы не афишировать, мои дорогие, чем дело закончится. Тут ничем не закончится. Тут, да, можете вы подвести и подведете какой-то итог, неизбежно. Может быть, и обстоятельства к этому вас подтолкнут, но подтолкнут еще к тому, что все-таки, если мы говорим про Юдифь, она умела молчать. И это было очень жизненно необходимо для нее. Иначе она бы не вошла в историю и не осуществила грандиозную такую победу. Хорошо, давайте, чем сердце успокоится. Здесь все по закону, по справедливости. По этой карте, чем сердце успокоится, мы должны быть честны сами с собой. Правда, вот какая-то реальность, она присутствует, и вы ее словно в другом ракурсе видите. По этой карте не нарушаем закон, повторяюсь. По этой карте держим эмоциональное равновесие, баланс. Вот они, весы. Мы видим, что жизнь наша, может быть, состоит не только из радости, хотя у вас карта праздника как раз и воодушевления, какого-то душевного подъема, но присутствует Королева мечей, и несмотря на праздник, нет как будто замыленных глаз, нет ненужных эмоций, которые иллюзорные,
а есть какая-то конкретика. Вы, правда, учитесь радоваться жизни, но как-то по-другому, мои дорогие. Радость как будто присутствует, но это не эйфория для вас, мои дорогие, рыбы и рыбки, а это какая-то конкретика жизни. Давайте мы посмотрим, мне интересно. Совет от карт. Правда, новые начинания, какая-то новая информация, ваше важное решение. Может быть, у кого-то это будут вопросы касаться просто детей. У кого-то по справедливости какой-то вопрос решится, закроется. Правда, и это подарит как и радость, и счастье, праздник. Может быть, правда, у кого-то из вас те слушания в суде завершатся в первую половину января, и вы что-то выиграете. Или, ну, так или иначе, это решение суда, если таковые действительно для вас актуальны процессы, для вас какой-то плюс будет значимый. Если не на 100%, то на 90%, наверное, где-то так, и открывает новые перспективы. Давайте посмотрим третье событие. Смена статуса для вас, мои дорогие. Для кого-то это смена статуса через работу, через, может быть, учебу, которая в последующем для вас будет означать большую экспертность. Вы становитесь более востребованным специалистом. Для себя, может быть, что-то как новое открываете, новые возможности. Новые возможности по финансам. Может быть, и в личной истории, мои дорогие. Рыбы и рыбки, правда, праздник присутствует. И, значит, либо ваш партнер это будет, если меня смотрят мужчины, это может быть важная женщина в вашей жизни. Или это вы сами, мои дорогие рыбы и рыбки, когда для кого-то из вас может проиграться как беременность, почему нет? Или какие-то новые возможности. Вообще по карте императрицы идет как новый статус меня самого. Это новое осознание «я» как будто. И, безусловно, сильная позиция. Это карта власти. У вас сейчас многое, как и под контролем, так и многое может свершиться для вас на длительный период времени. Для вас чего-то важно не упустить. Какая-то перезагрузка в январе для вас совершенно необходима. Она будет означать как преломление реальности, или, точнее, вы сами эту реальность увидите по-другому. Чем дело кончится, мне интересно. Ну, тут что-то не заканчивается. Вы умеете, видимо, правильно взаимодействовать в режиме многозадачности, или когда много людей, или когда вы допускаете, что каждый человек имеет какой-то свой перспективный план, общаясь со мной. И мне самое главное научиться держать нейтралитет. Вот правда, чем дело заканчивается. Вы, видимо, приходите к такому итогу. И по этой карте, знаете, правда, проигрывается часто информационный хаос, я называю эту карту, когда нам даже нет смысла на что-то быстро реагировать. Потому что бывают такие дни, когда утром пришла одна новость, в обед другая, вечером пришла третья, которая две предыдущие отменяет. Вот мы тоже учимся, чем дело закончится. Мы учимся правильно работать как и с информацией, так и правильно реагировать на услышанное. Не эмоционировать где-то, у вас две мечевые карты статусные выпадают, а рационально оценить, стоит этому доверять или нет, или это какая-то пустота, пустые разговоры или пафосные речи, а этому доверять нельзя. Вы учитесь быть отстраненными, я бы сказала так, и спокойно наблюдать, как развиваются события. Потому что события никогда не закончатся, правда? И сюрпризы тоже. Причем и со плюсом, и с минусом. А вот правильно оценить обстановку, обстоятельства, это всегда бывает очень ценное качество. А чем же сердце тогда успокаивается? Правильным взаимодействием, легкостью на подъем. Когда мы пробуем себя в новом деле, а у нас получается лучше, чем у профессионала. Чем сердце успокаивается? Экономией где-то, правда, по двойке пентаклей. Как будто деньги не тратим, двух пентаклей нам будет достаточно. Вполне вероятно, вы в чем-то самому себе скажете: нет, это лишнее, я не буду делать эти траты или что-то покупать. От чего-то можете отказаться. По этой карте, чем сердце успокаивается? Перемены.
Что-то продолжает меняться, мои дорогие, ваша жизнь меняется. И ничто так нам говорят не постоянно, как перемены. И пробуй, пока не получится или не надоест. Чем сердце успокаивается, вы более легко можете переключаться, может быть, с одной работы на другую или с одной сферы деятельности на другую. Вы можете как раз попробовать себя, как знаете, какой-то экспромт в новом деле, в новом качестве и примерить на себя как какие-то новые возможности и для себя выбрать важное направление, может быть, через какой-то опыт, пусть даже достаточно мелкий, недолгий, у вас больше уверенности в себе, потому что опыт – это всегда со знаком плюс. Говорят, надо учиться на чужих ошибках. Ну, кто же из нас учится? И тут даже через путь каких-то ошибок мы приобретаем очень важные знания и учимся взаимодействовать как и с людьми, так и, может быть, с обстоятельствами жизни. Ну и где-то про пентакли нам тоже говорят, про экономию я тоже озвучила, сказала. Давайте мы достанем с вами карту «Совет». Что нам подскажут карты? Что у нас тут такое второе выдвигалось? Ага, вот так. Да, вам, видимо, вот этот опыт, все то, что я говорила, совершенно необходим, умение отстраненно видеть ситуацию, не включаться в какие-то вопросы, задачи, когда вас пытаются даже к чему-то привлечь или обещают вам золотые горы какие-то, а эти горы надо оценить, что это, холмы или заросли, потому что семерка мечей – это карта вора вообще-то, и как совет мы смотрим, и здесь нам, конечно, говорят, будь внимателен, будь осторожен, не рискуй собой, не доверяй как раз красивым речам, потому что по этой карте проходит, когда мы можем что-то прошляпить, быть внимательным или внимательной к сумочкам, кошелькам, паролям аккаунтов, вообще не рисковать где-то собой, как вообще приходит сообщение или, знаете, как подтверждение, например, через документ, который вы ожидали, что-то со знаком плюс у вас решается, но вам как будто это нужно все сохранять. Вы учите жизнь, как и по новым правилам, так и с учетом того, что вы хотите осуществить. Вы учите жить по тому, чтобы, ну, где-то, с одной стороны, не упускать какие-то возможности, с другой стороны, и не нарушать закон, и с третьей – обходить какие-то сложные ситуации и ненадежных людей. Вот это все для вас будет важно. Или, может быть, обстоятельства, которые тоже изменились, вынуждают измениться и вас. Перекладывайте на себя, мои дорогие рыбы и рыбки, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.